Приветствую всех на своем канале Акварелька. Зовут меня Наталья. Сегодня мы в магазине Светофор. Это магазин-склад, где очень выгодные низкие цены на любые товары, дешевле, чем в других магазинах. И вот пройдемся по новиночкам. Ну, одна из новиночек я показывала в прошлых обзорах. Это портативная колонка. 398 рублей. Мне уже отписались люди в комментариях, что очень красиво светится, громкий звук. И удобно брать на природу с собой. Вот, замечательная портативная колоночка. Я открывать ее не буду, я уже ее показывала. Подписывайтесь на мой канал и можете посмотреть в моих видео более подробные обзоры на отдельные товары, которые уже я показывала. Здесь светильник на стены потолочный 332. Единственное, что вот здесь вот пластик тонкий. И вот еще что новенькое, это беспроводной микрофон для караоке. Здесь 344 рубля цена. Китай, конечно, все это. И единственное, что я его не могу распаковать, потому что здесь все, видите, как тщательно упаковано. Ну вот, вот как он выглядит даже. Вот так выглядит микрофон для караоке. Возможно, спой любимые песни, делай селфи, записывай песни, изменяй свой голос. Но это что можно делать? Функции. Здесь Bluetooth, версия Bluetooth 4.2, входное напряжение, аккумулятор. И вот диапазон какой. 100 Гц до 10. Какие функции? Ну, интересный, конечно, микрофончик. Тем более беспроводной. Здесь можно менять свой голос, и эхо есть. В общем, интересный такой, интересная игрушка. Еще одна новиночка, посмотрите, это горелка-насадка газовая. Ее такой не было. А цена 169 рублей. Ну, лампочки, они здесь всегда есть. А доступна цена 39 рублей, 46 рублей. Причем здесь... Вот параметры 15 ватт на 150 равны. И здесь вот 13 ватт на 100 ватт. Рулонные шторы еще есть по 239. Два цвета, такой нежный бежевый и поярче. Бледно-оранжевый. Двигаемся дальше. Вот есть стеллажи. Стеллаж удобный, 800, 250 и 1900, это высота параметра, стоит 1389, я знаю, что у нас в Свирской, у нас очень быстро разобрали. Вообще я нахожусь, улица Куйбышева, 34, это город Димитровград, Поволжье, и вот такие вот полочки, стеллажи, очень удобные, смотрите, высота какая их, 1900, по цвету они есть темные, венги и ясень светлый. Вот они в собранном виде. Да, быстро их разбирают. Очень классненький комод вот такой вот красивый. Здесь они лежат все в коробках. Вот есть два цвета. 2089 рублей. Вот они все в коробочках, конечно, очень быстро их разбирают. В других районах уже разобрали. Вот такие тарелочки я уже взяла. Это произведено в Китае. Они причем есть глубокие, есть вот такие вот, не такие глубокие, под второе. Стоит 54 рубля. И красивые кружки. 47 рублей. Были еще по цвету яркие розы. Так вот, ну не вижу я, конечно, с розами. Но были, да. Тоже все быстро разбирается, конечно. Вот этот ковшик по 160 рублей. Я уже показывала с антипригарным покрытием. Но, конечно, надо пользоваться лопаткой. То есть деревянной ложкой. А металлической уже шкрябать нельзя. А это произведено в России. Вот параметры. Алюминиевый с антипригарным покрытием. То есть в использовании очень хорошо на 1,5 литра. Огромный выбор полотенец. Тоже уже показывала. Вот эти полотенчики по 54 рубля. Здесь три в наборе. Они очень жесткие, но когда постираются, конечно, будут мягкие.
Еще одна новиночка – обогреватель кварцевый. Сейчас тут как раз холодно. И необходим будет, конечно, дома. 800 здесь ватт, 423 рубля. Тоже произведено в Китае. Чайник побросовой цене 358 рублей на 2 литра. И сушилку вижу только одну. Сушить овощи 949 рублей. Завезли детские пижамы по 151 рубль до 9 лет. Узбекистан – это настоящий хлопок. Вот такие расцветки красивые. Брюки детские спортивные 186 рублей. И кальсоны детские 138 рублей. Вот выглядит вот так вот. Внизу резиночка. Обувь вот такая теплая по 258 рублей. Причем были тканевые. Но есть как тканевые, есть вот такие вот под кожу. Да, очень хорошо. И вот это вот, что хорошо, вот эта меховушка, она не вылезает оттуда. Удобно одевать и снимать. Вот еще вот такие вот есть. И просто вот фетровые. Тоже кому какие нравятся. Сапоги утепленные 329 рублей. Уже я их показывала неоднократно. Колготки детские 47 рублей, теплые. Так вот. Размеры разные, расцветки разные. Жилетки на синтепоне по 384 рубля. До 62 размера. Вот они. Но здесь вот без капюшона. Я еще видела капюшоном. То есть вот. Но есть кармашек на замочке. Вот так выглядит. Так, тельняшки по 172 рубля. Они слегка теплые, там есть небольшой ворс. Но не такие толстые, я бы сказала. Колготки женские Аляска называются. 360 ден, цвет черный, до 5 размера. 149 рублей. Тепленькие. И завезли теплые сапоги. Меховые мужские. 457 рублей до 45 размера. Вот они выглядят вот так вот. Здесь можно вот липучку, на липучке, то есть регулировать ширину голенища сапога, и по цвету они тоже разные. Таблетки для посудомоечной машины 60 штук, 209 рублей. Напишите, пожалуйста, кто уже брал. Потому что вот спрашивают, какого качества таблетки, и никто не отвечает. Я еще тоже пока не брала такого вида таблеток, поэтому пишите, пожалуйста, кто брал, что, какого качества и как вам понравились. Но цена, конечно, привлекательная. Сода кальцинированная 600 грамм, 17 рублей. АОС 69 рублей, здесь целый килограмм. Очень выгодная цена, всегда здесь есть. И жидкое хозяйственное мыло 39 рублей, 1 литр. Салфетки бумажные 33 рубля. Здесь 300 штучек. Еще раз хочу показать, что есть канцтовар в светофоре. Наборы ручек гелек 3 цвета 27 рублей. Так, ну вот здесь я гелевых не вижу. Так, и набор шариковых ручек 19 рублей. Кстати, они вот здесь и черный цвет есть, и синий. Карандашики 19 рублей, 4 штучки. Твердо мягкие они, с резиночкой. Ну, вот цены здесь такие, смотрите. Бумага цветная 9,90. Цветные карандаши 29 рублей. Конверт на кнопке 10 рублей. Папка для труда 99 рублей. Вот они, здесь все эти цены. Наконец-то появился в светофоре рис круглозерный 0,9 килограмма 43 рубля и 10 копеек. Россия. То есть вот он выглядит вот так вот. Но появился, а тут давно не было у нас. И также можно купить рис Увелка 45 рублей. Здесь 8 варочных пакетиков. Новая форма. Стоит 45 рублей. По 80 грамм.
перловая крупа, тоже в варочных пакетиках, 5 штучек, 20 рублей 50 копеек. Геркулес, овсяные хлопья, 63 рубля, здесь целый килограмм. Макаронные изделия, спагетти, твердый знак, 3 килограмма, 119 рублей. Смотрите, здесь огромная упаковочка, как выглядит, 3 килограмма. И вот цена. Крупа ячневая, 66 рублей, 3 килограмма стоит вот упаковочки. И также можно купить макаронные изделия, твердый знак, 119 рублей, 3 килограмма. Они причем разные здесь, вот есть ракушками. Так, и гречка, 84 рубля, 12 пакетиков по 80 грамм, ядрица, это сказка. Детское питание по 19 рублей можно купить, румку со вкусом яблока груш. Вот это, конечно, можно выбрать. Фрутоняня есть по 20 рублей, такой пакетик, морозные ягоды. Фрутоняня каша безмолочная, 20 рублей, с 6 месяцев. И мы видим здесь нектар из яблок, абрикосовый, апельсиновый, мультифруктовый, 21 рублей. А сколько здесь грамм? 0,33 написано. Маккофе Голд, 144 рубля, 170 грамм. Так, полуфабрикаты вижу. Вареники 47 рублей с картошкой, пельмени по-татарски 96 рублей, котлеты 137 рублей, хинкали 75 рублей. Есть замороженные блинчики, шампиньоны замороженные 128 рублей. И вижу тесто замороженное по 30 рублей и по 29. Ну, здесь, в принципе, 30 рублей, да. Есть бездрожжевое, есть дрожжевое. Так, и давайте зайдем в холодильное отделение, посмотрим, какие продукты. Шампиньон 127 рублей, но уже не фрит, конечно, не очень, так скажем. Горбуша 359 рублей. Селедочка 99 рублей, здесь три вида. Так, три вида. Сельдь под картошечку, под водочку. Так, и еще вроде какое-то видео. Бочковая, но это уже другой. Да, два вида по 99 рублей. Это икра имитированная, 30 рублей баночка. И вот еще икра 56 рублей. Так, это деликатесная. В крем-соусе с ароматом креветок. Окорочка куриные по 177 рублей. Выглядит вот так вот. Довольно-таки аппетитно выглядит. Окорочка по 207 рублей. По 267 рублей окорочка. Оригинальные свиные. Я не знаю, не окорочка, наверное, окорок. Да, окорок. Так, а здесь по 118 рублей чипсы мясные классические. Вот это я еще не пробовала, конечно. Прикольно. Вот этот вот рулет мы брали. Это классический фирменный сорт с фабрика Павловская, 214 рублей. Вот это мясо птицы по-домашнему 206. Мне кажется, чуть-чуть хуже, чем куриный рулет. Есть вот такая грудинка. А, грудинка Атяшева. Стоит 239 рублей. Кто брал, пишите, кому понравилось, кому нет, я не брала такой. Колбаса стандарт, полусухая, без мяса, птица, щедрая Сибирь. 333 рубля. Солями 293 рубля. Польская дымочь 263 рубля. Вот она. Посольская. Дым-дымыч посольская 263 рубля. И
Вот, посмотрите, рубленная 194 рубля. Краковская 198. Ну, не знаю, кому нравится, не знаю. Краковская, конечно, это не такая, как при Советском Союзе было. Немножко вкус отличается. Сервелат зернистый 159 рублей. В общем, колбас, смотрите, огромный выбор, конечно, можно тут ходить и выбирать. И сосиски докторские 141 рубль, сардельки 168 и 105. Атяшево молочные сосиски 168 рублей. Написано, сделано по ГОСТу. Так, еще есть окорочка по 129 рублей. Вот. Ну, довольно-таки свежие выглядят. Грудки по 144 рубля. Вот. По килограмму они способны. Масло 102 рубля. И полкилограмма. Яйцо куриное 99 рублей за 30 штук. Сгущенка с сахаром 77 рублей. Но здесь заменитель молочного жира базовый. Так, сосиски докторские 141 рубль. Очень шумно. Здесь работают вентиляторы. Мы находимся в холодном отделении. Очень холодно, конечно. Яйцо можно также, смотрите, взять половина белая, половина вот такие рыжие. Оригинально. Молочные продукты. Так, и вот здесь вот я вижу половинка цыпленка табака, куриное царство 162 рубля. Так, это вот у нас колбаски для гриля шашлычной 127 рублей. Бедра по 119 рублей. А также есть шашлык из свинины 206 рублей. Так, здесь ведро. Так, а ведро... Сейчас посмотрим, сколько здесь. На 413 рублей здесь 2 килограмма черкизово. Кстати, люди брали, хвалили, говорили, вкусный шашлык получается. Так, здесь ноги свиные 11 рублей за килограмм. Очень выгодно на холодец взять свиные ноги. Очень свеженькие, хорошие. Сыр сметанковый 239. Здесь заменитель молочного жира имеется. Российский сыр без заменителя молочного жира 315 рублей. И здесь вот тоже без заменителя молочного жира Гауда 315 рублей. Шпроты в масле из балтийской кильки 64 рубля 240 грамм. Так вот выглядит. Так. Да, 64. Калининград. Это у нас скумбрия 43 рубля. И есть маслины по 40 рублей. Маслины с косточкой. И без косточки тоже вроде видела. 280 грамм. Испания. Есть грибы. Ассорти маринованные 580 миллилитров. Китай, 104 рубля. Выглядит баночка, конечно, смотрите, аппетитно. Грибы ассорти, 100% качества написано. Свинина 179 рублей. Так, вот еще маслины без косточки 40 рублей. Это Испания. Разобрали майонез по 76, мистер Рико. А, вот еще есть, смотрите. Быстро разбираю, большая упаковочка. 850 миллилитров. Овощная закуска 53 рубля. Так, это печень минтай натуральная. Печень минтай 104 рубля стоит. И это у нас Владимирская область. Свинина особая, универсал. Калининград 56 рублей. 525 грамм. Большая, конечно, упаковочка. Так, и давайте посмотрим, какая рыба есть.
треска 199 рублей, форель 398 и кита 227. Помню, мне как-то в форели попалась икра. Очень ее было много, я даже засолила ее. Кстати, вот есть креветки. Давайте посмотрим, как они выглядят. Выглядит очень красиво. Ну, может быть, это они во льду. Так, цена какая? Так, цену не вижу. Кальмар вижу. Скумбрия, сельдь. В общем, креветки нужно узнавать цены. Не повесили. Да, нет. Ну, вот рыбка здесь такая. Огурчики 48 рублей, томаты 43 рубля, соус томатный 60 рублей, 950 грамм. В общем, соление есть. Те, кто не любит солить, мариновать, очень даже прекрасно здесь можно прикупиться. Горбуша 62 рубля. Это у нас русский рыбный мир, Россия, 250 грамм. Написано натуральные. Ну, такая, болтыхается хорошо. Томатная паста, золотой томат. 1 килограмм ведро, 53 рубля. Посмотрите, вот в ведрах уже продается томатная паста. Я еще не брала томат в таких ведерках. Еще вот в баночке апельсин и лимоны. Дробленный с сахаром, 73 рубля. Ну, классно, апельсин и лимон, хоть какая-то новиночка. Интересно, выглядит как мед. Кофе жареный молотый 78 рублей за 300 грамм. И кофе растительный с добавлением молотого. Кстати, есть мед цветочный. Своя пасека, Южная пищевая компания, 172 рубля за килограмм. Варенье иранское. 130 рублей. Иранское. Интересно, что же там входит-то? Вообще не по-русски все написано, что ли? Нет, по-русски. Конечно, печенье, сладости очень много. Вот такие кексики. Королевские ассорти бисквитные. 134 рубля. Здесь 0,8 килограмма. Супер цена. Чио Рио. Ярче. Банфетти. Это микс конфет. 169 рублей. За килограмм. Печенье Яшкино с кусочками. Глазури 200 грамм, 33 рубля стоит. Очень вкусное. Еще такое печенье. Но печенье, конечно, большой выбор здесь. Всегда был. Печенье песочное домашнее. 41 рубль 50 копеек. 500 грамм. Кофе черная карта. 190 грамм, стеклянная баночка, 232 рубля. И можно также купить Якобс Голд, 232 рубля, 190 грамм, тоже стеклянная банка. Сухофрукты, курага 125 рублей, финики 101 рубль, орехи, грецкий орех 244 рубля. В общем, на этом я заканчиваю небольшой свой обзор. Подписывайтесь на мой канал Акварейка, пишите комментарии. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем теплой осени, крепкого здоровья. До новых видео, до новых новиночек в магазине «Светофор». Пока-пока.